Теперь только через суд. На избирательных участках прекращена сверка голосующих. Напомним, проводили ее до вчерашнего дня. Тем, кто не нашел себя в списках, необходимо обращаться в суд. Изменения возможны до 25 октября, лишь на основании решения служителей Фемиды. Заявление о желании голосовать на дому избирательные комиссии также принимали до 22 октября. Сегодня мы уже начинаем печатать уточненные списки, которые будут предоставлены на избирательные участки за два дня до голосования.